Поделиться опытом с подрастающим поколением. Во дворце спорта «Надежда» прошла открытая тренировка молодежной волейбольной команды «Факел». Игроки провели выставочные матчи с ребятами из спортивных школ «Звезда», «Зубренок» и «Русский медведь». Все эти мальчишки мечтают стать профессиональными волейболистами. Кто-то совсем близок к своей цели, а кому-то нужно будет еще постараться себя проявить, чтобы сделать очередной, но уверенный шаг к своей цели. Я хочу попасть в профессиональную волейбольную команду и связать свою жизнь с волейболом. Из этой тренировки можно подчеркнуть, мы поднимем, конечно, дисциплину, увидим, как тренируются профессионалы, что-то откроем новое для себя, что-то подтянем, наоборот, что-то увидим, чего нам не хватает, и будем тренироваться и улучшать свои навыки. Поздравила молодых волейболистов с праздником спорта заместитель главы администрации Ольга Сидоркина. Обратилась она и к родителям. Я уверена, что вы поддерживаете своих детей, поддерживаете, мотивируете, стимулируете. Я уверена, что у них все будет хорошо, и также они, возможно, будут надеяться, что будут представлять на самых высоких соревнованиях нашу страну. Отдельно отметили тренеров, для ребят они как родные отцы, воспитывают, личным примером показывают, что нужно делать на тренировках и в официальных матчах. Такие моменты закаляют волю и характер. Для них это очень много значит, потому что они видят, куда стремиться, видят, что такие же ребята стоят, делают то же самое, чем они занимаются каждый день. Это должно их подстегнуть и появится больше желания. Бесценный опыт. Надо просто понимать, что команда «Факел» – это профессиональная команда. На прошедшей, например, Олимпиаде в Токио было представлено двумя игроками. То есть в команде «Факел» есть серебряный призер Олимпийских игр. И, в общем-то, тот же тренерский состав, который их тренирует, сегодня показывает, делится мастерством с нашими юными серпуховичами. Я думаю, это у них останется память на всю жизнь. По окончании тренировки каждый получил подарок на память – карманные календари с автографами волейболистов «Факела», а самые ловкие зрители на трибунах – еще и сувенирные мячи. Возможно, не всем юным воспитанникам наших спортшкол доведется стать олимпийскими чемпионами, победителями первенств Европы или мира, но такие матчи против команд мастеров не могут не повлиять на их стремление стать лучше и добиться новых высот.